На территории курорта «Роза Хутор» прошел музыкально-спортивный фестиваль «New Star Weekend». На 4 дня горы стали местом реализации необычных идей от музыкантов и спортсменов. На скейт-рампе в форме огромной волны спортсмены показали свое мастерство. Помимо скейтборда, организаторы устроили велогонку. А в перерывах между активными видами спорта участники восстанавливали свою энергию в групповой йоге. В списке исполнителей фестиваля были заявлены 50 артистов. Яндекс.Плюс объединяет более 25 миллионов подписчиков по всей России и стремится сделать так, чтобы каждый пользователь мог получить удовольствие от жизни, и оно стало доступным для каждого. Услышать творчество известных диджеев можно было и на одной из уникальных сцен на высоте 1470 метров возле водопадов в парке Менделеха. Свой эксклюзивный сет играет диджей Ижевский, чьи выступления считаются самой настоящей саунд-терапией. География участников фестиваля оказалась обширной – от Владивостока до Калининграда. Это мой любимый фестиваль, он связан с музыкой, со спортом и в целом такой праздник жизни, который ты ждешь. Я вообще впервые на подобном фестивале, приехала сюда одна, потому что мне не нашлось компании, но я не растерялась, потому что не хотела упускать такую возможность. Что ждет тебя от фестиваля? Ярких эмоций, новых знакомств. Не только музыка и спорт. Расслабиться и посмотреть лучшие документальные фильмы в горах можно было в кинотеатре от Кинопоиска и Яндекс.Плюса. Около 7 тысяч гостей побывали на New Star Weekend. Кстати, в таком формате он прошел во второй раз. И, как говорят организаторы, в следующем году будет только лучше.